Заполнилась карта памяти, пришлось, в общем-то, несколько освободить мне место на своей камере. Итак, кроссовки, да, их можно носить даже зимой, поэтому это универсальный, недорогой, совершенно доступный вариант в аутфите, который может очень-очень хорошо сбалансировать нам дорогую вещь, которая, возможно, неуместна нам по возрасту, которая может сбалансировать нам сложную по крою, по фактуре вещь, которая, в общем-то, тоже, возможно, неуместна нам по возрасту, и которая может очень освежить, сделать актуальным, сделать модерновым аутфит. Поэтому, дорогие женщины, которым слегка за 50, носите кроссовки, весь мир их носит. И хочу сказать, что сегодня мир на самом деле глобален, это прекрасно. Это значит, что если вот Яна Скворцова тут говорит о том, что все должны надеть кроссовки, включая тем, кому 60 лет, и раньше в мыслях это, в общем-то, ну, наверное, было даже недопустимо и никак это все не представлялось, то сейчас погуглив кроссовки 60 лет, вам выйдет очень-очень много картинок со стритстайла всего мира, и вы поймете, что да, что во всем мире женщины носят, соответственно, почему бы не носить и вам. Не бойтесь, экспериментируйте, как я всегда говорю, ни полнота, ни, в общем-то, лишние килограммы, ни переход на размер побольше, ни возраст не являются препятствием носить те или иные вещи, мы просто ограничены в нашем выборе. Как я всегда говорю, что таких девушек, которые, в общем-то, очень плоские, то есть они не имеют выраженной талии, у них не выражена грудь, их крайне мало в этом мире, и, соответственно, вот они могут носить себе все, а потом уже неважно, сколько вам лет и в каком вы размере, вы, в общем-то, ограничены не в силу вот этих причин, а в силу того, что какой-то фасон просто не идет, какой-то цвет просто не украшает. И по поводу цвета, да, не случайно я сегодня в розовой рубашке, я хочу обратить внимание всех женщин, которым за 50, на розовый цвет. Этот розовый цвет во всем мире называется розовый бэйби, в общем-то, розовый детский цвет. Представьте себе розовый, который надевают на новорожденных девочек, вот это тот цвет. А также на персиковый цвет, это цвет, который очень молодит, который уместен в любом возрасте, носить его с черными брюками, с черной юбкой, в общем-то, с любым черным низом, то есть это некая альтернатива белому верху. Но этот розовый цвет, вот именно детский розовый цвет его называют, а также светлые персиковые тона, они очень хорошо освежают цвет лица, они имеют вот потрясающий эффект фотошопа. И хочу вам сказать, что такой розовый найти крайне сложно, именно поэтому я отправляю всех всегда в мужские магазины, по крайней мере за рубашками, так это точно. Именно там можно найти прекрасные голубые цвета, прекрасные розовые цвета. Также сказать, что вот персикового цвета к лицу у меня нету. Сколько я ищу, вы не поверите, я не могу даже связать себе на заказ персикового цвета свитер, потому как такой пряжи я просто не нахожу. Она либо темнее уходит в оранжевый цвет, и оранжевый цвет он сам по себе прекрасен, но вот персикового цвета, просто хотя бы чтобы связать свитер или шарф, чтобы он был к лицу, я пока не нашла. Соответственно, если вам встретится хотя бы шарф, либо шелковый платок, либо просто отрез ткани, из которого можно сделать шелковый платок, самая классическая, обычная картина 90 на 90, его вручную можно подшить. Именно этим отличаются дорогие платки, они всегда подшиты вручную. Как они подшиты вручную? Они просто завернуты, краешек завернут, как, в общем-то, любой шелк можно завернуть, и подшит вручную совершенно неровными стежками. Именно так подшиваются, повторюсь, все дорогие платки, в том числе платки знаменитые Hermès. Поэтому, если вы найдете фантазийный рисунок на персиковом фоне, где персиковый преобладает, если просто персиковый отрез шелковой ткани вы найдете, не потрудитесь купить себе и просто вот каким-то образом его обработать, либо отнестись в ателье, вы не пожалеете. Шелковый аксессуар к лицу, либо просто шелковая вещь, либо просто вещь персикового цвета из любой ткани, даже полиэстер в этом случае можно взять, будет очень-очень освежать цвет лица любой девушки в любом возрасте и, соответственно, очень, на мой взгляд, рекомендовано женщинам, которым слегка за 50. Но, пожалуй, это все, что я хотела сказать. Отдельное видео я запишу об одежде. Вот сегодня я упомянула верхнюю одежду, и в отдельном видео я упомяну видение себя в возрасте после 50, какую одежду я буду носить, самое главное, где я ее буду покупать. Забегая вперед, я хочу вам сказать, что я буду покупать ее в мужском магазине, в мужских отделах, потому как там одежда лаконичная, такая, какая она и должна быть, в общем-то, в возрасте слегка за 50. Хотя, я считаю, что одежда лаконичная должна быть, в общем-то, в любом возрасте. Это была Яна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока!